Откуда вы приехали? Мы приехали из Белоруссии, из города, который носит красивое женское имя Лида. Как вас зовут? Меня зовут Лиза. Меня Вероника. Саша. Что вам понравилось больше всего? Нам понравились ребята. Они все очень веселые, очень яркие и очень интересные. А еще нам понравилась твоя программа. Ты очень хорошая ведущая, очень веселая. Молодец, как держать. Мы обязательно приедем, если нас пригласят. Приглашаю. Тогда в следующем году мы снова встретимся здесь, правда? Да? Вот и отлично. Какую программу? Саша, веселее. У нас маленькая компания. В этой программе есть 5 рубрик. Азбука безопасности, жизнь замечательных детей, спецзадания, волшебная почта. Чемодан-чемоданыч. Это познавательно-развлекательная программа. У каждой рубрики есть свой ведущий. В рубрике «Чемодан-чемоданыч» мы каждую неделю, Настя, представляешь, отправляемся в какое-нибудь виртуальное путешествие. В спецзадание отправляем спецагентов на спецзадание. Сашка у нас ведет рубрику «Азбука безопасности». Она учит детей, как себя и где правильно вести. Лиза рассказывает о жизни замечательных детей, где проходят всякие интересные мероприятия для деток. Ну-ка, расскажи. Расскажи, где у нас проходит, где мы снимали? Снимали мы много где. Мы снимали у разных ребят на конкурсах. Самая запоминающаяся съемка для Лизы, я думаю, была съемка на детском Евровидении. Да, когда да, проходила, да. Евровидение. Также мы были на презентации нового альбома Ксении Ситник. Брали у многих ребят интервью. Мне кажется, это было самое запоминающее. Были на разных фестивалях, как не только и на десятку, но также как и «Включайся» и «Будем вместе». Настенька, от своей маленькой компании мы хотим пожелать тебе побольше хороших новостей и побольше побед. Улыбайся, оставайся такой же классной ведущей, хорошо? Специально для программы ТикТок новости. Наша маленькая компания, так сказать, включает в себя 4 человека. Я автор и ведущая программы Вероника Левдорович, наш оператор Андрей Жамойтин и 2 маленькие соведущие, ведущая рубрик, это Саша Мулинская и Лиза Левенко. Мы приехали из города Лида, это Гродненская область, Беларусь. В детской программе нашей уже несколько лет, у нас вообще есть такая хорошая традиция, новый телевизионный сезон у нас либо обновляется программа, либо появляются какие-то детские проекты. Вот в программе для маленькой компании уже 4 года мы привезли сюда в этом году обновленную программу, это новые рубрики, это новые дети. В прошлом году, в осени у нас был кастинг, где было около, более 200 человек детей, из них мы выбрали 10 человек. И вот эти 10 человек сейчас успешно работают, сотрудничают с нами, трудятся. Вот. Дети участвуют только в съемках программы, у нас региональный телеканал, поэтому, может быть, к нашему сожалению, к сожалению детей, наверное, они не монтируют, но они записывают звук, выезжают вместе с нашей съемочной группой на съемки, задают вопросы. То есть это скорее познавательно-развлекательная программа, то есть каждая из рубрик на что-то направлена. 5 рубрик, у каждой рубрики ведущий, либо 2 ведущих, в одной из рубрик ведущий и электронный герой есть. Вот, как-то стараемся привлекать, чтобы было им интересно. Ну и плюс еще у нас 2 пары ведущих маленьких. Это 6-летки, которые работают с нами в студии, 6-5 лет. Детей, они периодически меняются.